3000 оль или туда и обратно. Патагонские национальные парки, что в Аргентине, что в Чили, территории очень строгих правил, которые не только декларируются, но и массово исполняются. Благодаря этому за всю неделю похода мне не встретилось ни одной бутылки, пакета или чинарика. И это при том, что мусорных баков не предусмотрено. Это были самые цивилизованные 6 дней походных условий, в которых мне доводилось находиться. Начиная с того, что каждый встречный, улыбнувшись, поприветствует звонким «Оля!», заканчивая горячим душем и номерными местами под палатку в кемпингах. Помимо этого, костры строго запрещены. Погода здесь совсем непредсказуемая, и вопреки дождливому прогнозу, всю чилийскую часть патагонских приключений нас подбадривало солнце. Только Троица Торрес дель Пальме при нашем приближении стыдливо уткнулась пиками в облако, которое в ответ стало осыпать нас снегом. Аргентинские окрестности Эль-Шалтена хороши, и Фицрой красив, но в сравнении с Торрес дель Пальме в Чили не идет. Здесь разнообразие красок и форм, великолепные маршруты утягивают, что без устали бежишь целый день. Ледяные озера с кристальной чистоты водой лазоревого оттенка в солнечную погоду создавали иллюзию средиземноморских пейзажей, ровно до момента, как очередной порыв ветра не испытает твою устойчивость. Такой силы и продолжительности порывов нигде не доводилось испытывать. Благополучно преодолев все 140 километров маршрута, мы погрузились на паром. И затем, с помощью автобуса, вернулись в Порто-Наталес.